Марфи уже играли немножко лучше, и третью вообще, можно сказать, почти хорошо. Но я думаю, что может просто еще вот эти изменения все, потому что то, что я приехала чуть по-другому, потому что все-таки они тоже команда, которая на первом месте. Ну, я думаю, что ничего страшного, сейчас мы притремся друг к другу, потому что будем играть лучше. 2 года назад. За Наварро, когда я его. За итальянскую Наварро, год после того, как я играла за Динамо. Потому что очень хорошее предложение, я не думала, что вас спросила. Как было, как вам мотивировать? Ну, во-первых, потому что я могу снова играть, а во-вторых, и то, что все-таки и в Уралочку, то есть мне приходил, то есть условия у нас были обоюдные, мы были довольны и Уралочкой, и я при условиях, которые были предложены, и которые согласилась я и. Да. Дима, у вас уже неплохой тренерский опыт, в том числе национальные команды. Вдруг не вернули. Потому что мне игра всегда нравилась. Я думаю, уже до того застарела, что уже все знают. Как вам новая форма Уралочки? Удобная. Самое главное. Питали, да. То, что дочка у меня пошла в первый класс. Я думаю, что я с удовольствием и хочу, и делать все возможное и невозможное для того, чтобы помочь команде выступить как можно лучше. Поэтому буду стараться оправдывать все эти надежды. Ой, это нужно вам, это все. Не, ну это вам давать, меня команда ждет, поэтому я не могу давать. Вот, ну и очень много побед, и каждая по себе дорога, то есть с разными клубами, и сборные, то есть очень много таких вспоминаний.